В Ставропольском государственном аграрном университете состоялась конференция, посвященная инновационным аспектам развития сервиса и туризма, где собрались 165 участников со всего мира. Сегодня очень, такая, наверное, значимая конференция. Впервые у нас более 165 участников. Это мы говорим о всех, да, кто поучаствовал в сборнике нашей конференции. Непосредственно статей было принято в материалах 100, и 6 стран приняли участие в данной конференции. То есть конференция у нас имеет статус международный, как мы уже с вами отметили. Для того, чтобы сфера туризма и гостеприимства с каждым годом расцветала все ярче, вузам важно подготавливать грамотных специалистов в этой сфере. Ведь туристическая деятельность – это не только предоставление услуг по организации путешествий, но и источник доходов государства. Во главе всего всегда стоит наука, во главе и процесса образования, и процесса исследований. Я в этой связи хочу поблагодарить партнеров, поблагодарить кафедру за то, что действительно мы очень масштабно всегда проводим конференцию. Участники конференции обсудили актуальные вопросы, касающиеся развития туризма на курортах, актуальность развития агротуризма и другие важные темы, связанные с этой сферой. Сегодня в Ставропольском аграрном университете проходит 11-я международная научно-практическая конференция, посвященная инновационным аспектам развития туризма и сервиса. Конференция является, безусловно, очень актуальной, особенно в сегодняшнее непростое время. Мы сегодня живем в глобальном мире, и большая часть инновационных аспектов, она может быть позаимствована у наших дружных или недружных партнеров в эти положительные моменты, те инновационные векторы, которые развивают наши коллеги в ведущих передовых странах. Мы, конечно же, можем этот опыт имплементировать и на свои регионы, и на всю страну в целом. Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим системного подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих областей хозяйства на разных уровнях. Именно поэтому важно поддерживать связь и налаживать работу со всеми регионами России и дружественными странами-соседями. Полина Бычихина, Денис Чаплыгин, пресс-служба СТГАУ.